К отопительному сезону начинают готовиться практически сразу после его окончания. Ремонтируют теплоисточники, приводят в порядок котельные, делают опрессовку, промывку и многое другое. В дома ульяновцев тепло начали давать 2 октября. В объекты соцсферы чуть раньше. Объект социальной сферы у нас запущены все на 100%. На сегодня остался ряд объектов жилищного фонда, не запущенных в основной массе. Это объекты с формой управления ТСЖ, ЖСК, либо с непосредственной формой управления, ну, либо это крышные котельные, где собственники сами принимают решение о начале отопительного сезона. По информации администрации, теплом обеспечено 600 соцучреждений Ульяновска. Из 3000 многоквартирных домов к теплу осталось подключить 1. От 12 октября батареи должны быть горячими во всех зданиях областного центра. Специалисты предупреждают, что после подачи тепла идет процесс регулировки. В эти моменты здания могут прогреваться неравномерно. Если такие случаи есть, важно обратиться в управляющую компанию. Ну, когда идет подача тепла, всегда есть какие-то проблемы за воздушенность. Люди звонят, дают заявочку. Своевременно, очень быстро управляющая компания это все ликвидирует и восстанавливается подача тепла. В течение 2 недель мастера выполняют регулировку внутридомовых сетей, устраняют воздушные пробки в трубах и радиаторах и настраивают погодники. Делается это для того, чтобы теплоноситель беспрепятственно циркулировал по трубам. Но в некоторых моментах в холодных батареях виноваты сами жильцы. Некоторые собственники самовольно производят вмешательство в систему отопления, устанавливают краны на радиаторах, не устанавливая перед этим перемычку. То есть они закрывают краны, когда им по весне очень жарко, а по осени при пуске тепла забывают их открыть и при этом останавливают циркуляцию теплоносителя по стояку. То есть и у них нет тепла, и нет тепла у всех остальных по этому стояку жителей. Если же через 2 недели с момента пуска тепла в квартире по-прежнему холодно, нужно составить соответствующий акт для перерасчета. Сейчас в городе запустили горячую линию по вопросам начала отопительного сезона. Задать вопросы можно по телефонам 73 79 11 05 или 122. Анна Тищенко, Управда ТВ.